1 апреля в Одессе пройдет без концертов и маршей. Об этом сообщила директор департамента культуры Одесского горсовета Татьяна Маркова. В городе планируют проводить парад трамваев с оркестрами и клоунами, а в центре организуют несколько фотозон и флешмобов. По мнению одесситов, юморины в том виде, в котором мы привыкли ее видеть, больше не будет. Но это станет возможностью для поиска новых форм поддержки старой традиции. Когда на вас несется волна высотой 9 метров, а рассказывать, что мне тут помешали загорать на подстилке, глупо. Поэтому, ну, это объективная реальность. Безусловно, правильно, что она и в прошлом году, и в этом году отменяется. Но отменяется с точки зрения проведения массовых мероприятий. При этом не проводить ее нельзя. Она как-то так, это наша гордость, это наше достояние, это наша ценность. Кто бы не хотел Одессу украсть юморину в разные годы, ничего у него не выйдет. Поэтому она сохраняется, и она благодаря современным технологиям юморина стала работать в онлайне. В прошлом году из-за коронавируса юморину тоже пришлось отменить. Тогда одесситы и гости города получили уникальную возможность отмечать легендарный одесский праздник в онлайн-формате.